Следующий трек за «Спасибо». Что могу по нему сказать? Там скорее используется некий такой собирательный образ, да. Блин, мне кажется, там по нему объяснять особо нечего. Там очень понятный текст, все очень прямолинейно и понятно. Возможно, поэтому он так просто и воспринимается, и заходит многим. За спасибо про конкретного человека или, скажем так, собирательный образ. Да, я уже сказал, что за спасибо это собирательный образ. Просто так или иначе ты с какими-то ситуациями сталкиваешься, понимаешь, что они, как сказать, схожи у разных людей. Поэтому там, да, собирательный образ. За спасибо это трек о красивой девушке, которая в погоне за какими-то материальными ценностями забывает о каких-то других вещах, которые в конечном итоге оказываются важнее. И она получает эти материальные блага, но при этом понимает, что лучше всего, да, и счастливее всего она была, лучше всего ей было, и она была счастливее всего в какие-то очень простые моменты. Кофе три в одном, сигареты и так далее. Шарите. И это о том, что далеко не всегда, зачастую крайне редко, твое внутреннее счастье зависит от каких-то материальных благ. Послушайте просто внимательно текст, вникните, и все там будет понятно.